Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube канала. Это видео будет о одном из древних мегалитических храмов Сирии. Согласно официальной версии, почти все эти храмы датируют римским периодом, хотя я первый скажу, что скорее всего, что это не так. Ну какой может быть храм, например, от Аргатис в римский период, если они вообще этой богине не поклонялись? Это же касается и храма Адада, Хадада, и храма там Баала Мона и прочих. Скорее всего, что эти храмы были построены, по крайней мере, начинали строиться задолго до появления греков и римлян в том регионе. Первоначальные были строители, так называемые ханаанцы, которые построили и мегалитическую каменоломню Баальбек, и фундамент под стеной Плача, и прочие мегалитические структуры в Ливане, в Сирии и в современном Израиле. И все это, все эти там, где гигантские мегалитические блоки, которые просто циклопических размеров, лично мое мнение, это все привет от ханаанцев и финикийцев после них. Все остальное дальше в этом храме вы видите дальше в видео, я покажу множество фотографий оттуда, точные координаты этого места и насколько смогу найти официальную информацию об этом месте. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube каналу.